Спасибо большое. Спасибо большое. На 150. Покупайся, нравится. Будешь покупать? Да, деньги? Ну, покупай. Покупай, покупай. Ну, какой тебе нравился, давай ты же пробовал. Да. Да, давай сюда. Вот, держите. Раз, два, три, 15. Я вам оставляю 10. Ой, да, спасибо. Ну, будешь покупать? Она вторичная. Курок возьмем на сырники или сыра хочешь? Лучше сыра. Сыра, тогда соли дайте попробовать. Что все на сцене. Тоже свеженько в холодильник, пусть они подсушат, я сильно не сяду. Подсоленная, да, для разнообразия. Хороший. Ну, у нас 15 рублей. Тут не будет на 15. Это у нас ровно там 15, да? Ну да, сколько есть, столько есть. Это самый красивый продавец, это хорошо, что вы сели. Самый вкусный творог. Самый вкусный. Вы купите есть это тоже. Здесь на 11,90. А, ну вот 15 я вам даю. 3. 3,10. Красивый творог. Да. Да, налил карточки. Все штучки куриного филе. Посчитай, это я сниму ассортимент, да. Не, ну 3,50 есть еще вверх. Так что можешь покупать лук, если надо. Платочки надо. Платите или нет? Очень красивый трек. А почем? Очень огромное.
Ой, все, потеряли. Ты ж положишь. А по чем клубника? А почем клубник? 11 рублей. Такие прямо как это, да, не мнется, да, это ничего. Вкусное будет. Сладкое, косики сжатые, да. Ну, сильно захочешь, и закушу. Вот. 5, 7, 8, 10, 12. Сейчас. Это, наверное, брестская, да, клубника? Это не брестская клубника. Ты посмотри, какие хвостики. Нет, я вот потом вижу, что это брестская. Ну, там, может. Эти разные, где брестская? Да. Ну, последняя. Вот этот ящик, да. Просто это когда из года в год перерождается ягода, поэтому она помельче. А так это местная ягода. Пробуйте разные сорта. Спасибо. А что у клубника? 8, 10, 12. Она всем говорит, что домашняя. Что ты хотел купить? Травы? А? Будешь брать? Будешь покупать? Ну покупай, если надо. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну давай, смотри. На, подержи, пожалуйста, я рассчитаю. Сколько, рублей 50, да? Я вам мелочи дам. Давай, с удовольствием. Вон по 20 копеек сейчас как дам вам целый рубль. С удовольствием. 20. Вот еще 20 копеечек. Так, и еще 20 копеечек. Вот. О, это рубль, так? И 50. Оно. Спасибо. Все, давай мне шлемак. Еще из 2 рубля можешь тратить. Вот какая клубника. Почем у вас? По 10 это девочка. А ваша почем клубника? По 9 и по 8. По 10 было. Какую мне потом приехать купить? Сейчас мы даже и не увезем. Да. Ну хорошо. 9 рублей. Вообще классно. А бусы почем? 5. 15, а не 12, Лев. 15, да? Да, 15. Ну, красивенная, конечно. Просто на сладенькое. Да, ясно. Была по рублю. У вас есть рукола? Ну, берите. За рубль. На, держи рубль. И укроп. Возьми еще. Тоже рубль. Ну, бери, на, еще рубль. Сколько у тебя есть? Нет, все, это последний рубль. Последний. Все. Спасибо за покупку. Да, спасибо вам. Постояли, поторговали. А что ваши купки? 13 и 17, да. Огурцы. По 5, да? Домашние огурцы. Красавцы. Ничего, не покупать по 5? Ну, не у всех по 5. Ясно. Ну, здесь уже пошли, да. Мне не понравились у женщины там на выходе, и там прямо такие огурцы были. Ну, красивенько все. Пока
это я надожималась, наверное, да? Перемешку с полковником. Почем ваша ягода? Ну, она тоже шла один, да? Пробуйте. Нет, почем ягодка? По 10, мелкая 6. 6, да? Можно попробовать будет? Килограмм, я прошу. Жень, маленькая созрела, да? Это который свет. Ну что? Нравится? Вкусно, да. Она такая плутная, как у нас у сорта. Здравствуйте. 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 Ну так выкупим.